Сегодня же Касым-Жомарт Токаев по телефону поговорил с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Казахстанский лидер поблагодарил коллегу за поддержку в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате паводков в ряде регионов нашей страны. Президент заявил, что высоко ценит братские отношения с Турецкой республикой, а также неизменную солидарность и взаимовыручку между народами двух стран. Собеседники также рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства и обсудили график предстоящих встреч.